Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу, как выгодно купить технику Apple в Израиле. Мы будем использовать сайт Ivory. Офис этих сайтов находится в Эйлате. Как вы знаете или не знаете, в Эйлате вся техника бытовая, телефоны или даже пылесосы по цене ниже на 17% из-за того, что отсутствует налог НДС. Итак, ребята, из покупок мы купили один iPhone 14 Pro Max на 1 терабайт. И в Израиле он стоит намного дороже по всей стране, но здесь он обошелся 6807 шекелей. Можете посмотреть, сколько он стоит в среднем по стране. Вот, друзья, средняя цена этого телефона по Израилю. Самая малая 7789, ну вот есть 7500. То есть это на 800 шекелей дешевле. 800 шекелей это примерно $250. Для того, чтобы заказать этот телефон, вам нужно зайти на сайт, ссылку на который я оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии под видео. Там выбрать телефон или другое устройство, которое вы хотите заказать. Дальше добавить его в корзину или их и следовать инструкции. Для заказа вам обязательно нужен номер Теодат-Зеута и израильская карта банковская кредитная. Если у вас ее нет, то ищем друга, у которого это все есть. Так получилось, что мы попали в Эйлат на Черную Пятницу и купили не только телефон, но еще и зашли в разные магазины одежды и купили одежду. Тут она тоже намного дешевле, чем по всей стране. Ребята, вот такой красивый этот телефон. Он новый. Было вот тут все закрыто. Открыли, чтобы поклеить защитное стекло. Только посмотрите, какой он красивый. Цвет Deep Purple, фиолетовый, темный. Так, посмотрим, что у нас идет в комплекте. В комплекте зарядный шнур Lightning Type-C, то есть блочок вот этот уже под Type-C. А также тут у нас разные инструкции и наклеечка яблочко. Больше ничего в комплекте не идет. iPhone уже давно не ложит ни наушники проводные, ничего в комплекте. Но сам телефон, ребята, очень-очень красивый. Давайте снимем пленку. Защитное стекло уже наклеено. Очень красиво он выглядит. Давайте включим. Телефон почти полностью заряжен. Выбираем русский язык, Израиль. Как видите, уже в этом айфоне Dynamic Island. Нету челки. У меня на 12 айфоне есть челка, на этом айфоне нет челки. Быстрое начало. Клавиатура русская, английская, иврит. Да. Так, ребята, подключился я к сети Wi-Fi. Сейчас загружается. Активация iPhone может занять несколько минут. Друзья, у нас сбой активации. Придется повторять все действия. Ребята, нам нужно переносить данные с Android, поэтому я выбираю перенести данные с Android. Если у вас есть телефон или планшет Android, можно перенести его фотографии, сообщения и другие материалы. Скачайте приложение «Перенос на iOS». Так, сейчас скачаю на Android это приложение и перенесем информацию. Друзья, перенос данных на Android, скачал приложение. Нажимаем «Продолжить».
Как видите, даже iPhone 14 Pro Max по размеру меньше, чем к Xiaomi Redmi Note 9 Pro. А экран больше. Перенос данных. Переносим, ребята, все.